Дорожная 18, ничего опять не изменилось. Едешь, буксуешь, это полбеды. Смотрите, как я заезжаю. А если меня потащит на этот автомобиль, либо на этот, тут паркуются вот так вот интересно, модно. Куча все растет и растет. Я обычно вот так заезжал, вставал и грузился. Сейчас мне приходится здесь заниматься непонятно чем, чтобы грузить площадку. Отправьте, пожалуйста, даже вот это данное видео, пускай вот эту кучу уберут, которая вот здесь находится. Очень неудобно, либо я буду невывозы делать, и все, и пускай они живут здесь в мусоре, как на полигоне. На въезде в Старый Пушминск, направо от вороток, здесь такая горка. В прошлый раз я спускался в четверг с этой горки. Под снегом здесь лед. Спускался, и тут же главная дорога идет. Заметил то, что слева приближается автотранспорт. Нажал на тормоз, но машина не остановилась. Ее понесло прямо навстречу этому автотранспорту. У меня выпрыгнул грузчик и побежал тормозить машину на главной дороге. Потому что мою машину никак не было остановить. Вот. Такие вот пироги. И тут же дом стоит, куда можно успешно улететь.